Ну что ж, всем привет в 67-й части прохождения MGS3. Как вы помните, в предыдущей части мы успешно вылечились. Но Ева все равно была посерьезнее змея ранена, поэтому она сейчас будет ходить, держась за бок. Такое ранение быстро не отходит. А мы с вами будем ее нянькой. Ну, то есть змей будет ее нянькой. Ева реально как капризный ребенок. Она все время на что-то жалуется. И все время хочет кушать. Все время. У нее очень быстро силы истощаются. Возможно, это из-за того, что она ранена. Но насколько мне известно, когда люди ранены, они наоборот хавать-то особо не хотят. Ну а у Евы все в точности да наоборот. Так, сейчас нам много оружия не нужно. Кое-что выложу. Кое-что из снаряди возьму. Но в основном вся стрельба уже позади. Больше мы столько много стрелять не будем. Конечно, перестрелочка-то будет по-любому, но не такая масштабная. Ну что, Ева, пойдем. Так, пострелю ей змейку. Так, что это она не взяла? Все взял. Идем, идем, идем. Давай, давай, не отставай. Так, тут у нас грибки, ну и грибками ее накормим. Это вообще плевать. Так, что-нибудь еще есть из съедобного? Ага, грибки еще одни. Но они мне больше не нужны. Пойдем, пока нам еды хватит. Вот, переключился она на секунду на камеру из оригинальной игры. Все, идем, идем. Я проверил, мне показалось, что там змея есть. Кстати, вот с оригинальной камерой вообще неудобно играть, если честно. Хорошо, что Хидео Кодзима отказался от этой плохой, если честно, идеи. Ну ладно, смотрим ролик. Все, за нами выслали спецназ. Долго нам спокойно походить не пришлось. Конечно, какое там спокойствие? Близится конец игры. Да, если бы Евы не было с нами, можно было легко от них удраться. То есть убраться, не удраться. Это уже, по-моему, что-то из области татарского языка. Ну ладно, проехали. Сейчас мы кормим Еву, так как она уже устала, уже и ничего не хочется. Видимо, именно... О, еще и оскорбляет пищу вкусную. Вкусное, это я имею в виду русский рацион. Так, давай, Ева, не отставай, там уже плохие дяденьки идут. Я чую их. Так, блин, уже спалились. Осторожно, осторожно, сейчас я его сниму. Бах, хедшот, красиво. Давай, Ева, давай, 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 я тебя прикрою, давай, иди. Так, нет, они вроде отстали. Увидели, что товарища какой-то снайпер снял. И... Может, они пошли обходить? Тут, кстати, несколькими путями можно до озера дойти. Возможно, они просто пошли по другому пути. Давай, Ева, давай, 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 давай. Не, они реально отстали. Это хорошо получилось так. Удачно. Обычно они уже где-то на этом бревнышке меня догоняли. А в этот раз что-то их до сих пор нет. Ой, реально, наверное, обходят. Сделали там, наверное, нам засаду какую-нибудь.
Так, и слушайте, на удивление никого нет. Как мы удачно прошли-то. За мной. Так, кто-то нам звонит. Ну, неудачный момент вы выбрали, чтобы звонить. Я вам отвечать не буду. Кстати, хочу дать вам один совет. Если на этом этапе, вот именно когда вы дошли до того бревна, что висит над пропастью, зайдите в меню выживания, лечение и взгляните на Еву. Вас будет ждать небольшой сюрприз. Я это не стал показывать, потому что YouTube очень злой и может заблокировать это видео, так что ну его нафиг. К тому же сейчас что-то стукачей развелось, чтоб их черти дрючили.